Я бы хотел обратиться как муниципальный депутат к своим коллегам, муниципальным депутатам из района Ясенево. Вы сегодня слышали выступление жителей, они все против. Градостроительный кодекс и 56-й закон о местном самоуправлении города Москвы дает вам право высказать свои предложения в окружную комиссию, которая будет принимать окончательное решение. Я очень прошу вас высказать предложение к окружной комиссии, полностью отклонить этот проект и отказаться от строительства такого центра 4-го. Спасибо.